Тротуары, сточные трубы. В Тбилиси найти мусор несложно. Несмотря на то, что юрны вроде бы недалеко, пользуются ими далеко не все. Хотя есть и такие. Только толку мало. С проблемой вот уже 3 года борется столичная мэрия. В результате общая сумма штрафов превысила 2 миллиона лари. При нарушении физических лиц штраф будет в размере 200 лари, при повторне 500 лари. Для юридических лиц это будет 1000 лари, в повторных случаях это уже 3000 лари. За дело взялся даже президент. Михаил Саакашвили решил, улицы Тбилиси будут патрулировать специальные группы. Для нарушителей предусмотрено административное наказание. Раз, два, три. 3 шага могут стоить около 300 долларов штрафа. Работники столичной мэрии и полицейские в гражданской форме могут появиться в любой момент. То, что за порядком будут наблюдать сотрудники полиции, просто замечательно. Мне нравится идея, хочу, чтобы была чистота, но мне нравится идея, что полицейские будут ходить в гражданской форме. Полицейские в гражданской форме тревожат и некоторых юристов. Если полицейский наблюдает за порядком без формы, это слежка и прямое нарушение закона, говорят они. Последнее слово за парламентом страны. В юридическом комитете в скором будущем рассмотрят соответствующий законопроект. Документ разрешает полицейским находиться при исполнении в гражданском. Правда, есть пояснение. Только в случае, если есть обоснованные подозрения в отношении конкретного лица, но нет улик, полицейский может стать Джеймсом Бондом. Давид Сагарели, Николас Хтвелиашвили, Гиви Чехладзе, Кавказ-1.